Всем добрый день! Сегодня будем готовить вкуснейшее варенье – клубничный мармелад. Варенье буду варить из 2 кг клубники. Клубнику надо помыть, воде дать стечь и надо обрезать плодоножки. Рецепт вы видите на экране. Пока будем обрезать плодоножки у клубники, агар-агар заливаем 6 ложками воды. Ложки столовые. Пускай настаивается. Перемешиваем. В казанок налила 5 столовых ложек воды. Отправляю сюда клубнику. Слышу, водичка уже булькает, закипела. Отправляем сахар. Частями и перемешиваем. Клубничка закипела. Добавляем 1/2 чайной ложечки лимонной кислоты. Ну, может быть, чуть-чуть больше, чем 1/2 чайной ложечки. Смотрим, как только закипит наше варенье. Здесь у нас сахар, здесь у нас лимонная кислота. Как только закипит, будем варить 15 минут. А за 2 минуты до готовки отправим агар-агар перед окончанием варки. Пенку лишнюю можно поснимать, она очень вкусная, скушаем потом. Осталось варенью вариться пару минут, отправляем агар-агар. Баночки простерилизовала над паром, осталась последняя баночка. Варим пару минут после закипания и разливаем варенье прямо в горячие банки и закатываем. Получилось 4 баночки. Ну а 5-ю будем выливать в мисочку. И как только остынет, будем уже пробовать. Убедились, что баночки хорошо закрыты, не протекают. Переворачиваем, накрываем и пускай стоят до полного остывания. А вообще такое варенье хранится даже при комнатной температуре. Прошло время. Варенье наше застыло. Режем его, как мармелад, и пробуем. Попробовала варенье. Вкусное, в меру сладкое, в меру кислое. Настоящий клубничный мармелад. На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Варите вкуснейший мармелад.